«Я верю в свой народ». Слова, которые может произносить любой гражданин нашей страны, стали заглавными в общественной акции в поддержку вооруженных сил России. В концертном зале собрались представители общественных патриотических организаций, силовых структур и подразделений. Люди разных возрастов таким образом поддерживают дух тех бойцов, которые сейчас выполняют свой воинский долг на Донбассе. Мне бы хотелось, во-первых, поблагодарить их за их труд, за их самоотверженность, за их отвагу, героизм. И сказать им большое спасибо, что они делают свою работу, что они с ней славно справляются. Вообще они большие молодцы. В рамках акции был организован телемост с Санкт-Петербургом. Жители города на Неве присоединились к самарцам, чтобы поддержать российских военных. Я верю в свой народ, и мне очень приятно, что мы смогли организовать этот замечательный проект. Сегодня в режиме телемоста мы поговорим с нашими друзьями из Санкт-Петербурга. Ведь Ленинградская 7-я симфония Дмитрия Шостаковича родилась и прозвучала именно на нашей земле, когда по площади Куйбышева прошли серьезные эшелоны наших людей, которые шли защищать Россию. И сегодня тот момент, когда мы должны друг друга вспомнить, поддержать и обязательно говорить и протягивать друг другу руку. Я верю в свой народ. По дороге к концертному залу участники акции могли познакомиться с экспонатами выставки «Все для фронта, все для победы». На информационных стендах разместили фотографии, краткую информацию о том, как тыл помогал фронтовикам во время Великой Отечественной войны и как сегодня поддерживают гражданские люди участников СВО. Самая история, которая мне запомнилась, это, конечно же, дети блокадного Ленинграда, потому что от этого действительно сжимается сердце. Ну, такого не должно быть с нашими детьми, и сейчас тоже у нас, к сожалению, есть погибшие, да, на Донбассе. Вас и дети. И это, конечно, ужасно. Такого не должно быть. Дети должны расти, они должны радовать нас, но ни в коем случае не умирать. Участников акции приветствовал ансамбль 2-й гвардейской общевойсковой армии, штаб которой дислоцируется в Самаре. Музыканты не раз выезжали в места проведения СВО, а также в гарнизонные войсковые части Самарской и Оренбургской областей, где проходят переподготовку мобилизованные ребята. В основном же ребята те уже, кто служил, кто многие побывали в горячих точках, там и Чечня, и Южная Осетия, Сирия. Мы сами в Сирии много раз были. Да, ребята нормально все. Большинство, по крайней мере, что я видел, все было здорово, все было хорошо. Сейчас проходит уже боевое слаживание, огневую подготовку. Ну и во время отдыха посещают концерты военных артистов. Участники мероприятия выразили надежду, что к акции поддержки вооруженных сил России в дальнейшем присоединятся другие регионы страны. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.